видите эту стройную башню? Это Таллинская ратуша. А там, на ее шпиле, стоит он, наш старый Томас. Можно позавидовать его высокой должности и трудовому стажу в несколько столетий. Он ведь страж города. Он видит все, что происходит в нашем городе. Нужно только успеть вовремя повернуться. Смотрите, он опять повернулся. Что его заинтересовало? Но, разумеется, старый Томас не был бы коренным таллинцем, если бы сейчас не смотрел туда, где проходит наша знаменитая мототрасса. Сейчас этому парню покажу. Ой, что за безобразие? Райва Тамре, вы не очень ушиблись? Ушиб правую руку. Очень сожалею. Когда вы перевернулись, я испугалась ужасно. А я испугался, когда вы обернулись. Откуда вы меня знаете? Неужели вы не помните? Память плохая. Прошлогодние гонки в Тарту. Вы берете первое место. Это мне мало говорит. Я всегда беру первое место. О! У финиша вас окружают девушки. О, вот это напоминает мне о многом. Вы даете автографы девушкам. Помните, что вы написали одной из них? На долгую память самой красивой болельщице Райво Тамре. Значит, вы не забыли? Не забыл, потому что я пишу подряд всем девушкам одно и то же. Каждый, что она самая красивая? Конечно. Значит, вы лжете. Но это зависит от девушки. Если она действительно красивая, я пишу чистую правду, как, например, написал вам. Сошли. Не я с ума сошел, а... Здравствуйте. Откуда вы меня знаете? Неужели вы меня забыли? А где мы познакомились? На балу в Тарту в прошлом году. К сожалению, такой гениальной памятью, как вы, я не обладаю. У меня действительно хорошая память. Я помню даже то, что вы сказали вашей подруге, когда мы кончили танцевать. У вас не только гениальная память, но и слух тоже. Так что же я ей сказала? Он мне все ноги отдавил, так? Девушка, здесь идет тренировка. Раздают вашего щенка. Лучше уйдите. Откуда может знать девушка, что такое тренировка? Видите ли, тренировка... Не интересуюсь тренировкой. Я не могла бросить щенка на дороге. Успокойтесь, щенок уже вне опасности. Девушка так взволнована, ей нужно валерьянку выпить. На повороте люка тебе есть медпункт. Сейчас пойду искать. Ну, Хейна, пойдем. Девушки, идите сюда. Помните, что на повороте С-трасса не в порядке, покрыта песком. Осторожней тормозите. Вовремя уменьшайте скорость. А, Вайки, наконец явилась. Ага. Товарищ тренер, разрешите доложить. Вайка Каус явилась в ваше распоряжение. Задержалась по причине экзамена в университете. Машина в дороге. Ну зачем собака? Что это значит? Собаки не местные на тренировку. Я ее подобрала на трассе. На трассе? Да. Чего себе. Ну, девушки, познакомьтесь. Здравствуйте. Принимайте новую подругу. Здравствуйте. Они.
Анни. Здравствуйте. Вот, знакомься, твой самый серьезный конкурент. Ой, щеночек, садись на машину, Анни, выезжай на трассу. Ничего, поедешь медленно, костюм тебе хорошо не помешает. Узнаешь, какая трасса. Девушки, можно он у вас останется? Ну, конечно, можно. А куда ж тебя девать, а? Давай, посадим в мешок. Иди сюда. Ну, ладно, сажай его. Ну, вот, вот, ну, вот. Ну, как твои экзамены? Осталось физика, техническое черчение. Дали отсрочку на месяц. Хочешь поумнеть заочно? Оптимист. Мальчики, дайте кто-нибудь огня. Ты же обещал бросить курить. Я один обещал, все обещали. Так ведь все и бросили. Райво, помни, никотин это смерть. Пачка запросто убивает верблюда. Лошадь. Хорошо, лошадь, а разве этого мало? Обещал, чтобы не расстраивать тренера. А куришь, чтобы самому не расстраиваться, верно? Что ж, пойду куда-нибудь за огнем. А вы взволнованы, вам нужно валерьянки выпить. На повороте Люкати есть медпункт. Сумасшедшие. Хорошо сказала. Вот так девушка. Кто она? Моя знакомая. Учится в Тарту. Вайке Карас. Ой, талант. Больше всего математикой увлекается. Вроде меня. А математиками она увлекается? К сожалению, абсолютно нет. У нас ее даже ледышкой прозвали. Ерунда. Ерунда, все они одинаковы. Если ты так думаешь, тебе не везет с девушками. Но если ты думаешь иначе, твоим девушкам с тобой не везет. Давай спорить. Я эту вашу ледышку берусь растопить, ну, самое большее за неделю. Ты вдвойне ошибаешься. Во-первых, эта девушка вовсе не такая, а во-вторых, остальные не такие, как ты говоришь. Ну. Кажется, Райва забыл, что девушка приехала на соревнования. Да что соревнования? Ребята, поверьте мне, для девушки сердечные дела всегда самые важные. Но не для всех девушек. Для всех. Ерунда. А я тебе говорю, что ты убедишься в этом в течение недели. Давай спорить. Ну вот болтаешь, а по рукам ударить боишься. Я ничего не боюсь. Но за это бьют не по рукам, а... Ну-ну-ну-ну-ну. Я с тобой спорю, хочешь? Предлагай условия пари. Какие могут быть условия? На коробку спичек? Нет, друг, это не годится. Пари так пари. Если проиграешь, ты должен бросить пить и курить, понял? О, новый заместитель тренера нашелся. Но не увиливай. И не думай увиливать. Олив, разнимай. Да. А вдруг выиграет Раева? Ты чем платишь? Не знаю. Предлагай. А мне ничего не надо от тебя. Хватит победы. Его здесь нет? Кого? Антонио. Это ваш друг? Да нет. Враг. Злейший враг. Вот здесь и здесь. Истекаю кровью. Вот здесь тоже. Но ведь это же укусы. Собака, а? Необходимы да уколы. Нет. Это щенок. Мой щенок. Вот только не знаю, какой он системы. Однако трагедия назревает. Ой. Спасибо. Я его хотел подарить Эмилии. Это дама моего сердца, понимаете? Она безумно любит собак. Вы тоже? А? Вы тоже? Терпеть не могу. Она вам этого не простит. Кто? Собака? Нет, дама вашего сердца. Вот именно. Ведь такие необыкновенные собаки родятся раз в 10 лет. Ах, чего только не вытерпишь из-за любви. Простите? Подождите. Его голос. Спасибо. Что, опять? Что опять? Скажете, опять болит? Болит, честное слово, болит. Указательный палец у вас уже, кажется, болел. Да. И мизинец болел. Да. И большой тоже. Угу. Не притворяйтесь. Эви, у меня теперь болит здесь. А, ну я приду в гостиницу. Ага. Хочешь? Эйно, ты что завтра будешь делать? Еду на рыбалку. Может, и мне поехать с тобой? Ну что ж, едем. А спиннинг у тебя есть? Есть. Только не важный. Тогда оставь его дома. У меня есть второй. Значит, встретимся на горке Харью в 10 утра. Хорошо, договорились. Поехали, Рейн.
Опять мы встретились с Хейну. Ах, это вы? Угу. Ну и удивили же вы нас. Кто бы мог подумать, что вы увлекаетесь мотоспортом? Не только мотоспортом, еще кое-чем. Чем же? Я вам сознаюсь, очень люблю ловить рыбу. Я страстный рыболов. Даже неловко. Чудесно. Я еду завтра на рыбалку. О, завидую. Тогда вот что. Едемте вместе. Ой, нет, что вы, нет. Выходит, будто я напросилась. Это так неудобно. Ну что? И еще потом у меня нет спиннинга. Я вам найду спиннинг. А места есть такие, каких вы в жизни не видели, клянусь. Едемте. А я наварю такой ухи, какой вы в жизни не ели. Значит, мы договорились. Я буду ждать ровно в 10 часов утра на горке Харью. Райво. Да? Хорошо, что я тебя встретил. Мне очень неудобно, но придется отдать спиннинг одному товарищу. Ты, пожалуйста, возьми завтра свой. Я все равно не еду, так что можешь не извиняться. Как? Яна отдает мне свои билеты на завтрашний концерт. Чудак, помешался на коллекции, ей доставать редкие марки. Ах так? Ну ничего не поделаешь. Слушай, куда ты? Съешь что-нибудь? Нет, не буду есть до завтрашней ухи. Эйно, а кому ты отдаешь свой спиннинг, а? Ясно, тренеру. Все ловчат. Байки, завтра воскресенье. Что вы делаете? Что делаю? У меня свидание. И я вам скажу, с кем. Это интересно. Со мной. Чего вы думаете? Я чувствую. А где мы встречаемся? В театре. Там замечательный концерт. С трудом достал билеты. Какой концерт? Разве? Что разве? А разве вы не слышали, что у меня назначено свидание? Ну, пойдете в следующий раз на это свидание, а завтра встретимся, прошу вас. Не отказывайтесь. Поверьте мне, Вайки, если вы завтра не придете... То не случится ничего. А билеты? Вайки, я вас очень прошу. Не знаю. Я буду ждать, Вайки! Этот вчера болел. Он и завтра будет болеть. У вас пальцы в порядке. Нет. Ерунда. Нет, нет. Да. Ну что делать? Благодарю. До свидания. До свидания. Скажите «да», и все пальцы сразу заживут. Нет. И еще раз «нет». Хорошо. Ничего не сделаешь. Но у меня осталось на руках еще 9, а там очередь за ногами. До свидания. Еще один больной. Не знаю, что с ними делать. Ну, довольно на сегодня. Прием окончен. Да, пора. Поедем в город? Нет, лучше к морю. Давай. Конец. Все в порядке. Едем. Слушай, Райва, завтра утром хороший концерт. Пойдем, а? На него все билеты давно распроданы. Я все равно не смогу пойти. Придется ремонтировать машину. А вот вечером встретимся. Тебе бесспорно самое лучшее. Всегда ты шутишь? Нет. Сейчас я тебе докажу, что нет. Так, вот часы. Обычные, каких много. Теперь я их надену на руку моей жены. И они становятся лучшими во всем свете. Видишь, я не шучу. Они лучшие в целом мире. Нравится? Очень нравится. Ты не только мастер спорта, ты непревзойденный мастер делать подарки. Я давно мечтала о таких часах. А я мечтала о такой жене. И ты не ошибся в ней?
Посмотреть, неужели? Это же самый полный, интересный марочный каталог, который только существует. Каталог существует, а меня больше нет? Анс. Анс. Одну минуточку, сейчас. А ну, сейчас я тебе покажу. Я тебе покажу. Эй, молодожены, довольны? Успеете завтра? Ой, Марат. Ну что, можно тебя поздравить с поступлением в театр? Спасибо, все хорошо. Уже танцуешь? О, да. Комнату получите? Да, конечно. А пока в гостинице. Скоро театр едет в гастрольную поездку, а я задержусь. Все в порядке, сестрички опять вместе. Но не надейтесь, теперь я вас путать не буду. Здравствуй, Анс. Здравствуй. Не ревнуй, слышишь? Ой, какой ты заросший! Слушай, это же ужасно! А сейчас модно не бриться. О, ты действительно зарос, как тебе не совестно. Живо иди в парикмахерскую. Ой! Ну, скорее, скорее. Нет, иди, не пойду, скорее, ни за что. Иди. Меня выживают. Иди. И скорее возвращайся обратно. А я вовсе не вернусь. Вот. Майка, ты что? Ну, а другой где? Поищи, где-нибудь там. А. Вот другой. Это тебе из Ленинграда. Мне? Марат, как я рада, ты ангел! Ой, спасибо! Марат, прошу тебя, будь ангелом до конца. Не выйдет. Опять что-нибудь натворила? Да. И одна ты можешь меня спасти. Не надеюсь, я теперь серьезная дама. Не хочешь? Я тебе всегда помогала. Кто за тебя сдавал экзамен по математике? А интересно, за кого ты ездил на экскурсию в Ригу? О, это не в счет. Ты же не хотела? А касторку кто за тебя пила? А кто за тебя сдавал нормы по плаванию? Ой, слушай, я должна завтра быть сразу в двух местах. Нет, поезжай один, я не могу, ты понимаешь? Жаль, у него замечательные коллекции. Поедем лучше в другой раз. Нельзя, старик отдаст все хорошие марки. Ах, беда. Ну, поедем. Завтра пораньше. Ага. Договорились? Ага. Не знаю, что делать. Положение абсолютно безвыходное. Сама виновата. Не назначай сразу два свидания. Откуда я могла знать, что так случится? Ну, Марат, пожалуйста, неужели ты не выручишь меня? Ну, Марат. Когда тебе нужно? В 10 часов ровно. 10 утра? Нет, ни за что не пойду. Анс должен прийти. Я обещала его ждать именно в 10. Слушай, Марат, прости меня, дорогая. В парикмахерской я встретил маленького Яна, и у меня обстоятельства складываются так, что я не попаду к тебе завтра в 10. Тренировка? Ты знаешь, нам... Я скоро с ума сойду. Ну вот видишь, как хорошо быть женой гонщика. Утром тренировка. Я же... Днем тренировка. Даже ночью он спит под присмотром тренера в каком-то общежитии. Мар. Чудовище, а не муж. Ах, Анс, лучше уж ты брось свои гонки, а собирай только марки. Не нужно никуда уходить, сиди дома со мной. Какой кошмарный эгоизм. А что, если бы он запретил тебе работать в театре? Март, я не подумал. Может быть, удастся на завтра отменить дела? Ровно в 10 я приду, и мы весь день проведем вместе. Нет, нет, дело прежде всего. Ты должен знать сам. А занятия на завтра я, Марат, найду. Ну, мне нужно идти. Проводи меня, милая. До свидания. Ты видишь, судьба за меня. Не дуйся. Значит, на горке Харю в 10 часов. Такой высокий, блондин. Довольно симпатичный. Зовут Хейну. Если он такой симпатичный, этот Хейну, вот и отправляйся с ним. А я лучше пойду со вторым. Как его зовут? Райву. Райву. По крайней мере, не умрешь со скуки. Хоть музыку послушаю. Ведь эта рыбная ловля тоска смертная. Ну почему ты не хочешь? Неужели это так трудно? Райву, он ведь замечательный гонщик. О, а ты случайно не влюблена?
Сознавайся. Скажи, пойдешь? Хорошо, пойду. Чтобы это было в последний раз. Высокий блондин довольно симпатичный. Зовут Хейно. Ничего. Еще один. Здравствуйте. Вайк. Извините, пожалуйста, я задержался в магазине. Все еще только начинается. Правда, я сказал, места чудесные. Очень хорошо, мне нравится. А ведь наша страсть именно тем и замечательна, что ей нужны красивые места. О чем вы говорите? Какая страсть? Вы же признались мне. В чем я призналась? Ну что, вы страстный рыболов. Ах да, ну конечно, рыба моя страсть. Я ужасно люблю ловить рыбу. То есть судить рыбу люблю. Вы отдохните немного. Эй, хорошо клюет? Тише, рыбу испугаете. Кричать нельзя. Ой, товарищ Ласс, простите, я вас сразу не узнал. А ты меня откуда знаешь? Я все гонщика знаю, а то как же, особенно хороших. О, вы, кажется, имеете успех. К сожалению, только у мальчишек. Товарищ Ласс, кто на этих гонках придет первым? Откуда я знаю, что я гадалка? По-моему, Райва Тамры. Лихой парень. Как вам нравится Райво? Первоклассный гонщик. А как человек? Да, по-моему, мальчик прав. А лихой парень, это хорошо или плохо? Трудно сказать. Почему? Не знаю, хорошо ли это, но иногда мне самому хочется, чтобы обо мне сказали лихой парень. Вот ваш спиннинг. Спасибо. Я сначала буду купаться. О, тоже верно. За вами уха, не забудьте. Уха? Вы же обещали. Удивительно, сколько успела наобещать за вчерашний день. О, вы еще и балетом занимаетесь? Да, когда остается время от мотоспорта и рыбной ловли, совсем немножко. Thank you.
Ну как, рыболов, много наловил? На уху хватит? Да нет, ловится плохо. О, местечко он выбрал себе подходящее. Здравствуй. Здравствуй. Смотри, байка. Вместе приехали? Да, она тоже любит ловить рыбу. О, впервые вижу, чтоб так ловили рыбу. Эй, ледышка, привет! Гляди, даже не повернулась. Постой, может быть, она не хочет, чтобы мы ее видели? Уж ком в ком, а в байке я уверен. Слушай, ты почему это не здороваешься? С кем? Со мной. С вами? А, я тебя и не узнала. Как поживаешь? Хорошо. Слушай, что оставляешь на осень? Теорию функций комплексного переменного или тензорное исчисление? Я? Да. Ну, это самое, как его... Какое это самое? То самое, что... Что ты сказал второе? Значит, тензорное исчисление. Почему? А выговаривается легче. Ты, по-моему, перегрелась на солнце. У тебя голова не в порядке. Пойди, Лучак, унись. Сейчас. Стой, ненормальная, стой! Часы, часы. Ой, спасибо. Вот была бы история. Мне их подарил мой... Кто твой? Мой дедушка. Пойду отнесу Хейна. Ни пуха, ни пера. Будь здоров. Хейна, спрячь часы куда-нибудь. Байки им очень дорожит. Подарок дедушке. Ну, ни пуха, ни пера. До свидания. До свидания. Ну, можно считать, что Райва уже проиграл. Не нравится мне ваша дурацкая пари. Ты думаешь, мне нравится? А проучить его хотелось бы. Помнишь, как он говорил? Самое большее через неделю это ледышка растать. Не тут-то было. Сейчас мы видели, как Вайка интересуется Райва. А ну, прибавь газу, то опоздай на концерт. Хейно! Ну что у вас там, много мы наловили? Да как вам сказать? Пока что не очень много, но... Ничего, ничего! Тащите сюда сколько есть! Надо скорее уху варить! Ой, я ужасно проголодалась! Хейно! Куда вы ушли? Иду, иду! Ой! О, вы хороший рыбак! А как это вам удалось, а? Да вот, набрел. Хорошее место. Здравствуй, Райва. Здравствуй. Ты же сказал, что не достал билетов. А билетов и нет. А зачем же ты здесь стоишь? Товарища жду, он обещал мне... принести комплект запчастей. Хорошо, тогда мы тоже подождем. Может, попадем в театр? Туда? Да. Уже ни одного билета нет. Да шли бы вы лучше домой. Ну что ж, до свидания. Ну вот, мы не опоздали. Так я поеду. Погоди, Петр. Я вот что сделаю. Как только встречу Райва, я ему скажу, что считаю наш спор шуткой и надеюсь, что он тоже шутил. Верно. Что ж тут удивительного, что девушка не интересуется Райва? Таких девушек сколько угодно. Застегни. И тем более Вайки. Да. Уж в ком, а в Вайке я уверен. Да. Ведь это прямо рекорд, а? Какой же дорогой наехала? Очень интересные запасные части. Эви, здравствуйте. У меня как раз есть лишний билет. О, Томми, это очень удачно, Томми. А моя подруга очень хочет пойти сегодня. Познакомьтесь, Милли. Очень приятно. До свидания, Эви. До свидания. До свидания. Ну, значит, мы лишние. Одну минутку. Я пошла, Пэт. Пошли. Угу.
где у вас соль? Что я натворил? О, значит, ухи не будет. О, нет, надо что-то придумать. Думайте скорее, а то я умру с голоду. Безвыходных положений не бывает. Ну, хорошо, рыбу чистить умеете? Все, что хотите, только не это. Ладно, я рыбу вычищу, а вы поедете за солью. На чем это? Как на чем? На мотоцикле. Мотоцикле? Знаете что, соль доставать поедете вы, а я почищу рыбу. Мне это когда-то даже нравилось. Нет, я этого не допущу. Садитесь на мотоцикл и поезжайте. А что, если пройтись пешком? Погода хорошая. Ну что вы говорите? До хутора 4 километра. А когда вы приедете обратно, вся рыба будет вычищена. Вы не мучьте его, а то он не заведется. Это новый способ заводить мотор. Да нет, тетя. Это ИЖ-56. Выпуск 58-го года. Максимальная скорость 120 км в час. Можно подумать, что ты умеешь ездить. Конечно. Не верю. Ах, вы не верите? Дать немножко соли. Ну, конечно, могу. Заходите, пожалуйста. Угу. А вот это моя Мадонна. Да. Но у нее не хватает зубов. Да, это верно. Ну, разве не потрепанную Мадонну найдешь в наше время? Да. Ну, кузнеца, с допечаткой, я вам так и быть за нее дам. Удивительно. У такого молодого коллекционера такие старые марки. Боже мой, что это вы тут делаете? Разминаюсь. Ноги затекли от мотоцикла. Пожалуйста. Спасибо. Ух ты. Ну, поехали, быстро! Едем! Ну, как дела? Мотор работал прекрасно.
Говорите, что хотите, а увлекательнее рыбной ловли ничего нет. А чем увлекается Райва? Девушками. Неужели он только девушками увлекается? Нельзя судить о человеке только потому, чем он увлекается. Вот у нас в мотоклубе есть парень. Мастер спорта Анс. Анс? Да-да, Анс. Анс. Знаете его? Нет, первый раз слышу. Этот самый Анс хороший гонщик. Инженер, говорят, женился в этом году. В общем, хороший парень. И даже у него есть тайное увлечение. Что с вами? Укусила муха. Кто же она? Вы же сказали муха. Я спрашиваю, кем он увлекается? Марками. Ой. Да-да, марками. Давайте вашу тарелку. Вы, наверное, с голоду умираете. Ну, конечно, со вчерашнего дня ничего не ел. Почему? Старался сберечь аппетит для вашей необыкновенной ухи. Чего вы ждете? Вас. Ешьте, ешьте. Мне нужно убедиться, действительно ли уха у меня удалась. Ну, ели вы когда-нибудь в жизни такую уху? Первый раз. Алло? Эви, говорит Райо. Эви, ты на меня обиделась? Я тебе все объясню. Можешь объяснять своим запасным частям. Эви, не капризничай. Все это ерунда. Я вовсе не собираюсь ухаживать за Вайкой. Я просто поспорил с ребятами. Ах, вот как. Да, хочу доказать ребятам. Мне понятно. Ты думаешь очень остроумно. Слушай, ну это же шутка. Ну пусть шутка, только очень глупая шутка. Слушай, Эви, давай помиримся. Нет, мириться еще рано. Спокойной ночи. Я разговаривать сейчас не хочу. Райву Тамре в хорошей форме, верно? Даже в очень хорошей. До свидания. Желаю удачи. Спасибо.
Дейно, кто показал лучшее время на тренировке? Райва Тамры. Только Тамры и Тамры. Весь день слышу одно и то же. Тамры и Тамры. А я вот что тебе скажу, сынок. Ты придешь первым, так и знай. Да? Ну что, уже отпустили с работы? Да, еду на тренировку. Смотри, не подкачай. Постараюсь. Мы придем болеть за тебя всей бригадой. Смотри, не подведи нас, ты наша гордость. А проиграешь, не приходи на работу. Ты не давай никакому Раеву себя обойти. Желаю удачи. Спасибо. Да, молодец. Да, обойдет Анни на круг. Да. Скорость хорошая, повороты берет. Повороты берет. Но странный выхлоп. Райва. А? Ты был в институте? Заходил, а что? Дела плохие. Ты не ликвидировал свою задолженность. У меня времени не было. В деканате висит приказ. Последнее предупреждение. Опять? Угу. А? Ну, а ты как? Порядок. Вчера сдал последний зачет. Гений. Слушайте, Вайки, как у вас со смесью? Кажется, в порядке. Пускай не кажется. Закройте кран. Ага. Очень богатая смесь. Какой процент бензола? 50. О, по такой погоде нельзя больше 30. А вы не пробовали с обтекателем? Еще нет, но хотела бы. Ну, это мы устроим. Я его вечером прицеплю. Угу. Здорово, Вайки, здорово. Продолжай в том же духе. Тренировка окончена. Ребята, были вчера с Вайки в театре. Ты чего ржешь? Да вот удивляюсь, как ты здорово врешь. Так что ж, может быть, это ты был с Вайки в театре? Очень возможно. Здрасте, ребята. Здравствуйте. Здорово. Здравствуйте. Ну, девушки. Девушки. Идем. Тренировка закончена. Будем пережидать дождь. После обеда хорошо. Приходите в мастерскую. Займемся техникой. Ясно? Ясно. Ну, а мне приходить? Да-да, обязательно. Здравствуйте. Здравствуйте. А куда это в такой дождь? Оказывается, домашнему животному нужно гулять, невзирая на осадки, не менее 2 раз в день. И я с вами, можно? Пойдемте. Только дождь, а то еще и ветер. А знаете, почему в Таллине часто ветер? Не знаю. Я расскажу вам. Это все из-за старого Томаса. Он очень любит вертеться в разные стороны. А вы, наверное, очень любите детей. Почему так думаете? Договоритесь со мной, как с Маренькой. Не потому, что я люблю детей, а потому, что я люблю... Люблю старого Томаса. Вайка, вы на меня обиделись? За что? За прошлое воскресенье. Вам, наверное, было очень скучно. Ах, прошлое воскресенье! Нет, нет, наоборот. Я вам очень за него благодарна. А вы не согласитесь повторить эту прогулку? А неужели она вам так понравилась? Кто? А, ну, рыбная ловля. Это была лучшая рыбная ловля в моей жизни. Но только... Продолжайте. Видите ли, между нами была неправда. Что, я не понимаю? Так ведь рыбу для нашей лухи я купил у мальчика. О, вот и о чем. Что это? Ваши часы, подарок дедушке. Почему у вас мои часы? Их мне отдал Петер. Вы же сами велели. А я забыл вернуть, когда мы приехали. О, ну конечно, да-да. А я считала, что у вас гениальная память. Как? У вас еще одни часы? И такие же точно? Да, да. Знаете что? Эти от бабушки. Она всегда делает мне подарки точно такие же, как дедушка. Чтобы я не сказала, чтобы я не могла сказать, чей подарок мне больше нравится.
что же мне теперь скажет Март? Март? Кто это Март? Бабушка. Часы в полном порядке, но такого стекла я подобрать не смогу. Что же делать? Не знаю. Антонио! Вы его знаете, да? Это мой песик, у меня из-за него назревает трагедия. Я просто в восторге, что могу его вернуть хозяину. Он меня измучил. Антонио, смотри у меня. Ну, Антонио, до свидания, собачка. Вы получили Антонио? Да. А я могу получить часы? О, прошу прощения. Может быть, вы зайдете через 10 минут? Я поставлю вам не бьющееся стекло. Ах, да? Я очень рада. До свидания. До свидания. До свидания. Мне кажется, уже пора на репетиции. Нет, который час? А где твои часы? Мои часы? Да. Мои часы в ремонте. Уже? Ну! Да. Ой. В ремонте. Бракоделы. Я покупаю часы в подарок жене, они немедленно попадают в ремонт. Куда ты их отдала? Да вот. Куда? Куда? Вот сюда. Куда? Вот сюда. Сюда? Идем. Ну чего ты стоишь? Идем, идем. Это ж новые часы. Чего там особенно ремонтировать? Идем, идем. Они наверняка готовы. Идем, идем. Анс, прошу тебя. Анс, мы пришли слишком рано. Ошибаетесь, пришли как раз вовремя. Часы готовы, прошу. Мои часы? О, Мар! Не страшно, это стекло не бьющееся. Сколько я вам должен? Нет, молодой человек, вы мне ничего не должны. Это подарок от Антонио на память вашей даме. Кто это Антонио? Ваша дама знает. Марат, идем. Знаете что? Пожалуй, я забегу. Наверное, часы уже готовы. Хорошо. Я подожду вас. Здрасте. А, забыли что-нибудь? Готовы часы. Какие часы? Слушайте, вы получили часы? Получила? Вы что-то путаете? Я путаю, нисколько. Простите, ничего не понимаю. Извините, я сам ничего не понимаю. Я часов не брала. Взял часы ваш второй кавалер, Анс. Кажется, его зовут Анс. Какой Анс? Откуда мне знать? Анс? Анс. Анс? Анс. А, Анс, да? Извините, все в порядке. Спасибо. До свидания. Спасибо. Репетиция окончена. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пойдете завтра на соревнования? Конечно. Нужно болеть за Райво. Просто смешно. Райво там едет и весь балет переживает. Подумаешь, было бы за кого. А мне этот Райво совершенно не нравится. И мне тоже завидуете. Идем. Идем. У меня масса новостей, я тебе все расскажу. Слушай. Почему ты до сих пор не сменил резину? Я тебе 20 раз говорил. Ты мог бы и сам сменить. Бросьте, бросьте, довольно спорить. Надо, чтобы машины были в исправности. Если они завтра выиграют, так это заслуга Черномазова Рейна. Хоть вы сказали спасибо. Каждая победа – это заслуга целого коллектива. Слушай, шеф. Да? Нужно поговорить. Ну, давай. Дай ключ. Знаешь, у нас в институте такие формалисты. Не допускают соревнований. Последнее предупреждение. Требует, чтобы я через неделю ликвидировал все задолженности. Чепуха.
Я поговорю с кем нужно, не беспокойся. Понимаешь, я не о себе думаю, а в интересах коллектива. Договорюсь, все будет в порядке. Спасибо, шеф, до свидания. Ребятки, а ну-ка отойдите. Видите, теперь летит как ветер. Это верно, с обтекателем гораздо лучше. Да и скорость увеличивается, километр на 4. Совершенно точно. Аэродинамические расчеты уменьшают сопротивление воздуха. Ну как, Вайка, с обтекателем нравится? Ой, сначала как-то странно, а потом здорово. Я бы тоже хотела попробовать. Ну, зачем тебе обтекатель? Ты все равно нас всех шутя обгонишь. Уже предсказывает. Что-что? Стала предсказывать. Что-то нельзя перед соревнованием. Тетя, а? Как нехорошо. Ой, зачем вы надо мной в воскресенье подшутили? В воскресенье? А каким образом? Притворились, что не умеете ездить. Ну, хайна, благодарю за втекатель. С меня бутылка лимонада. Давайте забежим в кафе. Давайте. Я только вымою руки и переоденусь. Все? А, нет еще. Немного ли Хейна занимается машиной Вайка? Он занимается машиной, а я хожу на свидание с Вайки. Вайки придет, куда я захочу. Хоть сегодня. Ты что? Вайки завтра идет на 100 километров. Мне все равно, хоть на 500. Ты все насчет пари. Ясно. Уж ком в ком, а в Вайке я уверен. Не веришь? Слушайте, приходи сегодня к яхт-клубу. Часов в 10. Так. Там тебя ждут море, яхты и твой Райво. Ты что, рехнулся? Почему же? Вы должны убедиться, что важнее для девушки спорт, наука или любовные дела. Возьми. Передашь эту записку Вайке. Не пойду. Это гадость. Что ж, дело твое? А, Рейн, ты нужен здесь. Петер, отнеси-ка ты. Эй, будущий чемпион, поди-ка сюда. Передай эту записочку Вайке Каллас. Ты ее знаешь? Прекрасно знаю. Ну, молодец. Она пошла в кафе, это тут совсем близко. Ага. Пошли вместе. А что, если приделать полный обтекатель? Нельзя. Почему? Если будет такой ветер, как позавчера, смотрите, чтобы около яхт-клуба вас не опрокинуло. Ну. И вот еще что. Сбрасывайте скорость, когда поедете через мост. Угу. А то можно сойти с трассы. Отто, съедим мороженое, а тогда пойдем. Успеешь, дело раньше всего. Бежим. Он меня слушается. О, чудесно. Пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, сбитые сливки. Хорошо. О, пожалуй, лучше не надо, спасибо. О, бережешь фигуру. Искусство требует жертв. Нужно себя ограничивать, а я не могу. А наша Ира, она скоро совсем должна будет бросить балет. Все время ест только пирожное. Ира? А кто это Ира? Это наша прима-балерина. Ой, послушала бы ты, что она говорит. Называет Райво Тавра мой Райво. Я понимаю, если бы вы так называла Милли. А о себе я уже не говорю, вообще не люблю хвастаться. А ты знакома с Райво? К сожалению, нет. О, ну, я тебя с ним познакомлю. Я тебе могу рассказать о нем столько интересного. Извините, пожалуйста, вам письмо от Райво Тавры. От Райво Тавры? Да. О, благодарю. Пожалуйста. Ты как будто не знакома с Райво Тавры. Простите, я должна с вами поговорить наедине. Пожалуйста. Понимаете, по-моему, предупредить вас мой долг. Вы только что получили записку, да? Не верьте, не надо. Райво ухаживает за вами только
Из-за какого-то пари. Да-да, все из-за пари только. А вы откуда знаете? Раева говорил мне сам. Ага. Благодарю вас. Я не буду, понятно? Выпейте. Но завтра соревнования. Сейчас же поворачивайте обратно. Куда вы торопитесь, Вайки? Мне здесь больше делать нечего. Все ясно. Что вам ясно? Ясно. Что же? Ясно. А? Я выиграла пари, вот. Какое еще пари? Я поспорила с Анней, что заставлю вас пойти куда захочу накануне соревнования. Как? Это еще что такое? Что за глупые пари? Неужели вы это осмелились сделать? Что ж тут обидного? Хм, а вы не знаете. И вы мне этого не простите? Да, никогда в жизни не прощу. Чудесно. Значит, вы отвезете меня домой. Хм, и не подумаю. То есть как? А так. Я еще за этот спор должен рассчитаться с вами. Я сама уйду. Прошу, путь свободен. Вайке, возьмите вашу сумку. Здравствуйте. Здравствуй. Тут вам записка. Угу. Дорогая ледышка, иди ночевать в мой номер. Если Анс будет звонить, ты Мара. Целую тебя. Видела Марат, и теперь вас. А где увидели Марат? Марат катается с Раева на яхте. Раева на яхте? Может быть, я ошиблась? Может быть, это была вовсе не она? Даже, наверное, просто платье было такое же, как у Марат. И точно такая же прическа. Хотя я не ручаюсь. Вы же знаете, какое у меня ужасное зрение. Хотя откуда вы можете знать? Вы так редко заходите за кулисы. Право, это нас очень обижает. А почему вы так редко приходите в театр? Некогда. Ваша жена уже стала довольно мило танцевать. Мы все ее ужасно любим, у нее чудесный характер. Ну, надеюсь, вас скоро увидеть, Анс. Жду. Thank you.
Что с тобой? Перепугалась. Мне что-то приснилось. Ох. Почему ты здесь? Ведь завтра соревнования. Я вышел пройтись и встретил Кристи. И она уверила меня, что видела тебя на яхте. Чепуха. Меня видела? Да, и с кем бы ты думала? Ну? С Райво. С Райво? Да. Ясно, почему ее нет. Марта, о чем ты говоришь? Кого здесь нет? Ко мне хотела зайти Кристи. Это Кристи страшная болтушка. Конечно, она все перепутала. Перепутала? Значит, это был не Райво. Ну, Райво это был Райво. А вот вместо тебя была Вайке. Очень бы не хотелось, чтобы она попала в его коллекцию девушек. У Райвы их более чем достаточно. Без нее. Ой! А! Что с тобой, Марк? Голова разболелась. Сейчас я буду тебя лечить. Что, Марк? У меня и горло болит. У тебя высокая температура. Ну вот, не слушала старших. Я пойду за лекарством, а ты лежи. Простите, пожалуйста, моя жена заболела. У нее высокая температура. Заболела жена? Ой, как жаль. У вас нет чего-нибудь от гриппа? У нас в аптечке есть. А? Пойдемте, я вам дам. Прошу. Мне нужно тебе очень много рассказать. Нечего рассказывать, я сама знаю. Знаешь все? Слушай, Анс не звонил? Только что ушел, сейчас вернется. Вернется? Да. А он не догадывается? Конечно, нет. Он думает, что на яхте была я. Так что можешь не беспокоиться. Надеюсь, ты провела хорошо сегодняшний вечер. Что ты стоишь? Скорее ложись в постель. Он сейчас вернется. Угу. Здравствуй, Анс. Жаша. Сочувствую от всей души. Да, такое несчастье. Взяла и заболела. Идем к ней. Идем. Так, ничего. Сейчас я принесу кипяточку. И будем начинать. Скажи, что случилось. Ничего не могу понять. Ничего особенного. Ты больна и все. А лучше объясни, как ты попала на яхту. Мне... Утром объясню. Угу. Нальем кипяточку. Так. Давай градусник. Так. Это надо немножко поближе. Так. Ну? Я не хочу. Будь умницей, будь умницей. Это совершенно не больно. Нет, немножко пожжет и все. Ну-ну. Марат, Марат, что за капризы? Ну, спустится! Пусти меня! Тихо! Тихо! Больно не надо! Тихо! Сейчас! Сейчас! Ну-н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 у! Спокойно! Сними! Ой, живот очень больно, я не могу больше! Не-не-не-не-не, будет не больно! Ой, я не могу больше! Лежи спокойно! Ну, мне пора идти! До свидания, крошка. Анс, не беспокойся. Она у нас в семье всегда считалась снежинкой, так что... Я тебя поставлю на ноги. Но мне становится хуже. Сейчас станет гораздо лучше. Пей, Марат. Ну? Я не буду пить. Ну, открой ротик, надо выпить. Не хочу, не буду горько, не Марат, хочу. Марат, оно же вкусное, не горькое. Посмотри. Ой, нет. Ну, надо выпить, давай. Так? Оп! Так. Наступил долгожданный день. Сегодня проводится первенство Эстонской ССР по мотоспорту. Известно, что у нас это самый популярный вид спорта. Сегодняшние соревнования по кольцевой гонке привлекли в Пирита больше 100 тысяч таллинцев. Наша кольцевая трасса – одна из труднейших и интереснейших трасс в Европе. Итак, ожесточенная борьба на звание чемпиона республики начинается. Сегодняшние соревнования имеют особое значение. В них впервые примут участие молодые гонщики. А тот, кто победит сегодня, будет иметь право на участие в больших международных соревнованиях. Через минуту стартуют, как всегда, первыми женщины в классе мотоциклов до 125 кубических сантиметров. Им предстоит пройти 15 кругов. Дистанция 101 километр.
До старта осталась 1 минута. Тренерам, механикам и репортерам освободить трассу. Гонщикам надеть очки. Приготовиться. Внимание. Марш! Сегодня к ней попасть. Но трасса закрыта из-за гонок, не пропускают никого. Зато Антонио я нашел. Не уйдешь никуда, проказик. Попался, попался. До свидания. До свидания. Гражданин, с собакой на соревнования нельзя. Я не иду на соревнования. Все равно вернитесь обратно. Послушайте, может... 10-й круг. К ведущей группе присоединилась впервые выступающая в республиканских соревнованиях спортсменка из города Тарту Байке Калас. После 4-го круга Калас обратила на себя внимание публики. Она обошла всех и начинает доставать лидера. Интересно, кто из них попадет на международный? Да. А когда будут международные соревнования, товарищ тренер? Через 2 недели здесь у нас. Смотри, приходи. А чехи будут? Обязательно, обязательно. И финны тоже. Будет 7 иностранных команд. О, придется поработать. Нам сообщают, машина номер 33 Вайке Калас с отличной техникой езды прошла поворот Руми и обогнала своих конкурентов. И теперь Вайке Калас лидер соревнования. С поворота козы сообщают, на прямой машина Тамик идет быстрее. Она снова обошла Вайке Калас. Между ними завязалась настоящая борьба за лидерство. Зрители с волнением ждут, чем она кончится. Смотрите, Аня напрямую ее обгоняет. Машина лучше. Посмотрим, как она будет на повороте. Гонку ведет номер 62 Анни Тамик. Номер 33 Вайке Калас не отстает от нее. Гонщицы приближаются к повороту. Анни Тамик сбрасывает газ. Вайке Калас преодолевает поворот, не уменьшая скорости, и снова обходит Анни Тамик. Смотрите, Вайка вырвалась. Обошла. Смотри, она правильно тормозила. Да. Красиво едет. Надо дать ей машину получше. Верно. Конечно. Ребята, посмотрите, какое время! Хорошо! Отлично. Последнее сообщение с трассы. Впереди новый лидер. На последнем круге вперед вырвалась незнакомая таллинцам молодая спортсменка Вайке Каллас. Гражданин, пройдемся. Вы что, не видите веревку? Вижу, я, слава богу, не слепой. Я приглашен вон туда на день рождения. Да хоть бы свататься. А вы почем знаете? Попрошу стоите? Вас. Лидеры. Впереди номер 33 Вайке Калас. Первая победа в этих соревнованиях. Первый чемпион. Дорога на международные соревнования открыта. Ура! Ура! Ой, спасибо. Желаю счастья, Вайке. Поздравляю. Спасибо. Ну, Вайке, поздравляю. Анс, где Марат? Марат? Я ее не выпустил. Она очень хотела прийти, но я воспользовался авторитетом мужа и запер ее на ключ. Я пошел. Держи палец на счастье. Оп! Поздравляю. Спасибо. А я достоин пожать чемпиону руку? Почему же нет? Поздравляю. Спасибо. Скажите, а как вы добрались до дома? Поздравляю. Спасибо. С вами ничего не случилось? Со мной? Да. А что? Все хорошо? Да. А вы очень... Вы хорошо плаваете. Что?
как рыба. Спасибо. И что же? Я плавала. Вы на меня не обиделись? А, не обиделась? Да. Очень немножко. А за что я должна была на вас обидеться? Поздравляю. Спасибо. Но мне было очень неприятно, Вайкин. Как вы могли заключить такое глупое пари? Я глупое пари? Сами подумайте. Ну, я попытаюсь исправиться. Так значит, мы танцуем сегодня вечером. О, это будет видно. Как? А я танцую только с чемпионом. Ребята, сегодня вечером вы увидите, что я выиграл пари. Ну, Райва. Да. Оставь Вайки. Не собираюсь. Ах, вот что. Да будет, 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 что ты? Вот, ну, что вы, ребята? Сейчас, успокойтесь, что это такое? Что тут за базар? Я его предупредил. Скажи еще слово. Я тебя сниму с соревнования. Вы не на танцульке. Уходи отсюда. Пойдем, пойдем. Ну, что? Живо по машинам. Ну, что? Слушай, зачем ты обидел Райву? Вот возьмет и уйдет от нас в Динамо. Уйдет с катертью дорога. Но ведь он только там и не был. Ты шутишь. С кем ты будешь работать, если чемпионы разойдутся? Со спортсменами. Я тебя не понимаю. Ведь Райву наша слава, ведь он такой гонщик, у него самые лучшие показатели. Показатели еще не спорт. Ну, как знаешь. А твою педагогику мы разберем где следует. Наступил самый интересный момент соревнования. В воздухе чувствуется особое напряжение. Это как будто бы тишина перед бурей, которая разразится в тот момент, когда на трассу выйдут машины с колясками. Учитывая результаты, показанные на тренировке неоднократным чемпионом республики, мастерам спорта Райво Тамре и Ян Суракс, придется серьезно опасаться конкуренции молодого спортсмена, рабочего порта Хейн Лас. Нам остается внимательно наблюдать за тем, что произойдет на трассе. Что покажут 20 кругов. Гонщики в классе машин с колясками выстраиваются на старте. Идут последние приготовления. На первых кругах особенно не нажимай. Не надо. Внимательно следи за моими указаниями. Ну, ни пуха, ни пера. Не твое дело, понял? Нет, мое, и больше, чем ты думаешь. Ах, вот что. Ее только чемпионы интересуют. Так при чем здесь ты? Это мы увидим. До старта осталась 1 минута. Тренерам, механикам и репортерам освободить трассу. Гонщикам надеть очки. Приготовиться. Внимание! Марш! Сообщаю. Гонку ведут Ан Фракс и Ян Янус, номер 10. За ними Райво Тамре и Рейн Крон, номер 2. Третьим идут Орве и Дукс, номер 17. За ними тесные группы и гонщики номер 15, 5 и 3. Никак не могу понять, зачем это? Ведь можно голову сломать. Соревнование. Тот, кто выиграет, получит приз. А, материальная заинтересованность. А что получат остальные? Что остальные? Ага. Повороты С сообщают. Впереди по-прежнему номер 10 Анс Ракс Ян Янус и номер 2 Райво Тамре Рейн Крон. Между ними завязалась ожесточенная борьба. Скорость нарастает. Она доходит на отдельных участках до 150 км в час. Смотри, Райво впереди. Я считаю, что первое место у нас в кармане, а ты говоришь, пусть уходит. Я говорю, что мы его слишком избаловали. Нельзя же так. Не забудь, человек это для нас самое главное. Для тебя главное не человек, а чемпион. А о молодежи ты не думаешь.
Это твое дело думать о молодежи. Конечно, а твое показать. А? Право номер 15. Послушайте, он же последний. Ну да, последний. Что вы меня путаете? А первым идет номер 10, который сейчас третий. Это какая-то ерунда. Ну как может номер 10, который идет третьим, быть номер первым? Это нелогично. Номер первым потому, что обогнал остальных на круг. Как может номер 15 быть последним, когда он идет впереди? А первым этот номер 10. Если он только на этом круге едва догнал отстающих. Лидерами гонки становятся Райво Тамре и Рейн Крон. Адулиль потерял своего колясочника Пьетро Сар у моста Люкати и вынужден был сойти с трассы. Скорость на трассе. Хейну Лаас и Олеф Сепп прошли предыдущий круг за 3 минуты 43 секунды. Теперь они уже нагоняют лидера. Эви, у меня палец болит. Несите. Вырывается машина номер 2. Это серьезные претенденты на звание чемпионов. Райво Тамре и Рейн Крон. Вот показывается машина номер 5. Это молодые мотогонщики Хейну Лаас и Олеф Сепп. Только 3 секунды отделяют их от лидера. За ними следом идут Анс Ракс и Ян Янус. Великолепная езда. Необыкновенно напряженная борьба. Лидерам остается пройти еще 3 круга. Только 3 круга. Кто же победит? Поет прямо как орган. Эй, ребята, пусть только Хейна придет первым. Устроим в порту встречу с духовым оркестром с музыкой. Первыми из-за поворота Пирита, не снижая скорости, вырвались вперед молодые гонщики Хейну Лаас и Олеф Сепп. Сейчас они ведут гонку. Вот лидеры вышли на последний круг. Впереди по-прежнему Хейну Лаас и Олеф Сепп. Сразу же за ними Райво Тамре и Рейн Крон. На прямой Райво Тамре и Рейн Крон выжимают из машины максимум. Стараясь обогнать Хейну Лаас и Олева Сепп, номер 2 не рассчитал скорости, не взял поворот и сошел с трассы. Райво Тамре и Рейн Крон теряют драгоценные секунды. Будьте любезны, бутылочку кефир. Спасибо. Позвольте, позвольте, Антонио! Позвольте, 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 Антонио! Антонио! Ой-ой-ой! Какое недопустимое легкомыслие! Собака оказалась на трассе. Из-за беззаботности ее хозяина могла произойти катастрофа. Лидеры Хейну Лаас и Олеф Сепп реагировали мгновенно. Приближается машина номер 2, а мотор машины номер 5 не заводится. Хейну Лаас и Олеф Сепп, толкая машину перед собой, пытаются пересечь линию финиша. Успеют ли они? Секунды бегут. Удастся ли гонщикам, у которых победа была почти уже в руках, прийти первыми к финишу? Напряжение достигло высшей точки. Нервы зрителей напряжены. За поворотом слышен шум мотора. Это, наверное, уже Райво Тамре и Рейн Крон.
ты скажешь, полметра, только полметра осталось Хейну Лаас и Оливу Сепп до вполне заслуженной победы. Таким образом, республиканское первенство в классе машин с колясками выиграли Райво Тамбре и Рейн Крон. Держись, в следующий раз не бросай. Передай, пожалуйста, шлем. Держи. Спасибо. Пулемет, я пошел. Пусть здравствуйте, мальчики. О, привет! Смотри на него, кого. Складываемся по домам, да? Заклеили теперь хоть куда. Да. Я похорошел, не находите? Мальчики, а где чемпион? Еще не изволил явиться, гуляет. Идиот. Привет, ребята. Поздравляю тебя. Спасибо. Что ж, признаете себя побежденными, значит, 2-0 в мою пользу. Точка! Так, 2-0. Очень мило провели вчера с Вайкой вечер. На яхте. Расскажи своей бабушке. Не верите? Вот, пожалуйста, в залог оставлена сумка. В каждом магазине есть такие сумки. Если даже Вайка и была с тобой, зачем же болтать? Не стыдно? Что вы ворчите? Держали пари? Держали. Видите, я вам доказал, что... Доказал, что ты бессовестный. Не нужно делать из мухи слона, ребята. Что тут такого? Ну, об этом мы еще поговорим с тобой на собрании. Понял? Ах, вот что еще собрание. Ну, ясно, будут воспитывать. Разговоры о моральном облике советского спортсмена там. Какой ты советский спортсмен? А чем я плохой? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. До свидания. Подлец! А ты что думаешь, ты лучше? Кто с ним спорил? Но я думал проучить его. Вы что, не знали, что из себя представляет Райво? Слишком много о себе думает. Все он. Другие ничего не стоят. Надо его за это проучить, как следует. Придумаем что-нибудь, ребята. Такое, чтоб помнил. Почему вы мне раньше не сказали? Вайка сестра моей жены. Да. Ты ведь нас не познакомил со своей женой. Сегодня познакомлю. Постойте. Постойте, есть хорошая мысль. Да. Из-за этого мне и пришлось за тебя плавать второй раз. Значит, не сердишься больше, глупая. И я не должна буду опять изображать доброго ангела. Даешь мне слово. На рыбалку не пошлешь. И глупости не будешь делать. А, здравствуй, Вайке. Здравствуй. Я хочу тебе сказать, что меня твой поступок удивляет до глубины души. Как ты могла, не понимаю, серьезная спортсменка, комсомолка, студентка, сестра моей жены, как ты могла отправиться накануне ответственного соревнования в увеселительную прогулку на яхте, а? Да еще с кем? На прогулке была она. Кто был? Март. Март? Быть не может. Я была. Ничего не понимаю, значит, меня оставили... Анс. Слушай, я тебе расскажу по порядку. Здравствуйте, ребята. Вайка, здравствуйте. Вайка, значит, сегодня весь вечер вы танцуете со мной? Очень сожалею, я весь вечер обещала танцевать с Хейну. Ну, мы договорились, Вайка. Да, но если по-честному, вы должны отдать половину приза. Кому? Щенку. Что же, Райво, оказывается, пари ты все-таки проиграл. Рано радуешься. Я пойду поговорю с ней, и все будет. Замочек остался. Вайка, можно вас на минуточку? Простите. Как вы себя чувствуете? Сейчас превосходно. Но все-таки болит? Все-таки еще болит. Но теперь зато я каждый день могу к вам ходить лечиться, и все будет на законном основании. Ребята, пойдите сюда, ну. Вайки, нам нужно друг с другом объясниться. Вам что-нибудь непонятно? Ну, хорошо, виноват. Пари неудачная, но я все-таки люблю вас. Вайки, пожалуйста, отдай сумку, хватит шутить. Сумку? Моей жены. То есть как? Она твоя жена? Нет. Чья это сумка? Моей жены. Ваша сумка? Нет. Может быть, это ее сумка? Идите-ка сюда. Идите. Вайки, я бы хотел с вами поговорить. А может быть, все-таки с ней? А может быть, все-таки с ней? И даже, может быть, не с одной из них, и не со мной, а с кем-нибудь еще. Вот видишь, Райва, даже самый лучший гонщик не может идти сразу по двум маршрутам. Ha 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 ha!
Ты что? Ты не должен ни пить, ни курить. Ты же проиграл. Эви, идем танцевать? Нет, я уже обещала Петеру. Ну, ничего, все еще можно устроить. Дорогая, пожалуйста, не отказывай Раева. Ему очень хочется танцевать. О, хорошо. Пойдемте. Одну минуту. Прошу простить, товарищи, я нарушил ваше веселье. Должен вам сказать, что тренерский совет решил направить на международные соревнования нашу чемпионку Вайке Каллас. Хейну Ласс! Что? Хейну! Хейну! Спасибо, спасибо. Дружище! Почему Ласс? Первым я пришел. Решение совета тренеров. Совет надеется, что во время международных соревнований щенка на трассе не будет. Тоже старый Томас. Старый Томас советует. Девушки в зале, посмотрите внимательно, не сидит ли рядом с вами такой Райво? Пойдем. Девушки, идите сюда. Помните, что на повороте С-трасса не в порядке, покрыта песком. Осторожней тормозите. Вовремя уменьшайте скорость. А, Вайки, наконец явилась. Товарищ тренер, разрешите доложить. Вайка Каллас явилась в ваше распоряжение. Задержалась по причине экзамена в университете. Машина в дороге. Ну зачем собака? Что это значит? Собаки не местные на тренировку. Я ее подобрала на трассе. На трассе? Да. Чего себе. Ну, девушки, познакомьтесь. Здравствуйте. Принимайте новую подругу. Здравствуйте. Ани, Ани. Здравствуйте. Вот, знакомься, твой самый серьезный конкурент. Тренировка окончена. Ой, щеночек, садись на машину, Ани, выезжай на трассу. Ничего, поедешь медленно, костюм тебе хорошо не помешает. Узнаешь, какая трасса. Девушки, можно он у вас останется? Ну, конечно, можно. А куда ж тебя девать, а? Давай, посадим в мешок. Иди ну сюда. Ладно, сажай его. Ну вот, вот, давай, ну давай, вот. Ну, как твои экзамены? Осталось физика, техническое черчение. Дали отсрочку на месяц. Хочешь поумнеть заочно? Оптимист. Мальчики, дайте кто-нибудь огня. Ты же обещал бросить курить. Я один обещал, все обещали. Так ведь все и бросили. Райво, помни, никотин — это смерть. Пачка запросто убивает верблюда. Лошадь. Хорошо, лошадь, а разве этого мало? Обещал, чтобы не расстраивать тренера. А куришь, чтобы самому не расстраиваться, верно? Что ж, пойду куда-нибудь за огнем. А вы взволнованы, вам нужно валерьянки выпить. На повороте Люкати есть медпункт. Сумасшедшие. Хорошо сказала. Вот так девушка. Кто она? Моя знакомая. Учится в Тарту. Вайке Каллас. Ой, талант. Больше всего математикой увлекается. Вроде меня. А математиками она увлекается? К сожалению, абсолютно нет. У нас ее даже ледышкой прозвали. Ерунда. Ерунда. Все они одинаковы.
Если ты так думаешь, тебе не везет с девушками. Но если ты думаешь иначе, твоим девушкам с тобой не везет. Давай спорить. Я эту вашу ледышку берусь растопить, ну, самое большее за неделю. Ты вдвойне ошибаешься. Во-первых, эта девушка вовсе не такая, а во-вторых, остальные не такие, как ты говоришь. Кажется, Райва забыл, что девушка приехала на соревнования. Да что соревнования? Ребята, поверьте мне, для девушки сердечные дела всегда самые важные. Но не для всех девушек. Для всех. Ерунда. А я тебе говорю, что ты убедишься в этом в течение недели. Давай спорить. Ну вот болтаешь, а по рукам ударить боишься. Я ничего не боюсь. Но за это бьют не по рукам, а... Ну-ну-ну-ну-ну. Я с тобой спорю, хочешь? Предлагаю условия пари. Какие могут быть условия? На коробку спичек? Нет, друг, это не годится. Пари так пари. Если проиграешь, ты должен бросить пить и курить. Понял? О, новый заместитель тренера нашелся. Но не увиливай. И не думай увиливать. Олив, разнимай. Да. А вдруг выиграет Раева? Ты чем платишь? Не знаю. Предлагай. А мне ничего не надо от тебя. Хватит победы. Его здесь нет? Кого? Антонио. Это ваш друг? Да нет. Враг. Злейший враг. Вот здесь. Истекаю кровью. Вот здесь тоже. Но ведь это же укусы. Собака, а? Необходимы да уколы. Нет. Это щенок. Мой щенок. Вот только не знаю, какой он системы. Однако трагедия назревает. Ой. Спасибо. Я его хотел подарить Эмилии. Это дама моего сердца, понимаете? Она безумно любит собак. Вы тоже? А? Вы тоже? Терпеть не могу. Она вам этого не простит. Кто? Собака? Нет, дама вашего сердца. Вот именно. Ведь такие необыкновенные собаки родятся раз в 10 лет. Ах, чего только не вытерпишь из-за любви. Простите? Подождите. Его голос. Спасибо. Что опять? Что опять? Скажете, опять болит? Болит, честное слово, болит. Указательный палец у вас уже, кажется, болел. Да. И мизинец болел. Да. И большой тоже. Угу. Не притворяйтесь. Эви, у меня теперь болит здесь. А, ну я приду в гостиницу. Ага. Хочешь? Хейно, ты что завтра будешь делать? Еду на рыбалку. Может, и мне поехать с тобой? Ну что ж, едем. А спиннинг у тебя есть? Есть. Только не важный. Тогда оставь его дома. У меня есть второй. Значит, встретимся на горке Харью в 10 утра. Хорошо, договорились. Поехали, Рейн. Встретились, Хейну. Ах, это вы? Угу. Ну и удивили же вы нас. Кто бы мог подумать, что вы увлекаетесь мотоспортом? Не только мотоспортом, еще кое-чем. Чем же? Я вам сознаюсь, очень люблю ловить рыбу. Я страстный рыболов. Даже неловко. Чудесно. Я еду завтра на рыбалку. О, завидую. Тогда вот что. Едемте вместе. Ой, нет, что вы, нет. Выходит, будто я напросилась. Это так неудобно. Ну что? И еще потом у меня нет спиннинга. Я вам найду спиннинг. А места есть такие, каких вы в жизни не видели. Клянусь. Едемте. А я наварю такой ухи, какой вы в жизни не ели. Значит, мы договорились. Угу. Я буду ждать ровно в 10 часов утра на горке Харью. Угу. Райво? Да. Хорошо, что я тебя встретил. Уходи, глупый, уходи. Убирай живот, раздай.
Я сейчас этому парню покажу. Ой, что за безобразие? Райва Тамре, вы не очень ушиблись? Ушиб правую руку. Очень сожалею. Когда вы перевернулись, я испугалась ужасно. А я испугался, когда вы обернулись. Откуда вы меня знаете? Неужели вы не помните? Память плохая. Прошлогодние гонки в Тарту. Вы берете первое место. Это мне мало говорит. Я всегда беру первое место. О, у финиша вас окружают девушки. О, вот это напоминает мне о многом. Вы даете автографы девушкам. Помните, что вы написали одной из них? На долгую память самой красивой болельщице Райво Тамре. Значит, вы не забыли? Не забыл, потому что я пишу подряд всем девушкам одно и то же. Каждый, что она самая красивая? Конечно. Значит, вы лжете. Но это зависит от девушки. Если она действительно красивая, я пишу чистую правду, как, например, написал вам. Вы что, с ума сошли? Не я с ума сошел, а... Здравствуйте. Откуда вы меня знаете? Неужели вы меня забыли? А где мы познакомились? На балу в Тарту в прошлом году. К сожалению, такой гениальной памятью, как вы, я не обладаю. У меня действительно хорошая память. Я помню даже то, что вы сказали вашей подруге, когда мы кончили танцевать. У вас не только гениальная память, но и слух тоже. Так что же я ей сказала? Он мне все ноги отдавил, так? Девушка, здесь идет тренировка. Раздают вашего щенка. Лучше уйдите. Откуда может знать девушка, что такое тренировка? Видите ли, тренировка... Не интересуюсь тренировкой. Я не могла бросить щенка на дороге. Успокойтесь, щенок уже вне опасности. Девушка так взволнована, ей нужно валерьянку выпить. На повороте Люкоти есть медпункт. Сейчас пойду искать. Видите эту стройную башню? Это Таллинская ратуша. А там на ее шпиле стоит он, наш старый Томас. Можно позавидовать его высокой должности и трудовому стажу в несколько столетий. Он ведь страж города. Он видит все, что происходит в нашем городе. Нужно только успеть вовремя повернуться. Смотрите, он опять повернулся. Что его заинтересовало? Но, разумеется, старый Томас не был бы коренным таллинцем, если бы сейчас не смотрел туда, где проходит наша знаменитая мототрасса.